братуха. Я бы тебя на последний звонок танцевал. Это круто. Круто? Я прям почему-то меня навалило, я вспомнил «Фабрику звезд», когда весь стадион орет, орет. Ох, как мне это нравится. Привет, олимпийский! Меня зовут Михаил Гребенщиков! И я снова слышу голос Яны Чуриковой. Собой было есть... такое два раза. Собственно, и моя жизнь началась в Олимпийском, когда Яна Чурикова точно так же вещала. Я благодарен МТВ, 3 годам работы на программе «12 злобных зрителей». И самое большое, что вот я рад, что вот МТВ меня взяло и прилетело с моими костюмами, с моим дурдомом. И вот только там я смог раскрыться. До этого меня никто не понимал, а вот на МТВ меня приняли как родного. Это самые счастливые годы моей жизни. МТВ! Правильно, это очень хорошо.